Работу судебных приставов Новосибирской области оценили в столице. Коллективу сегодня торжественно вручили знамя ведомства. Для сотрудников службы это самая высокая награда. Знамя получают за большие заслуги. За 2,5 года судебные приставы региона взыскали с должников 30 миллиардов рублей. 11 миллиардов поступили в бюджеты разных уровней. Знамя сотрудникам ведомства вручил директор Федеральной службы судебных приставов России. Символ установят в фойе управления, под охрану и круглосуточное видеонаблюдение. Знамя – это как в полку, в воинском подразделении. Это все. За знамя погибали, спасали, вынося из боя на себе. Так и здесь. Знамя – это поднимает авторитет службы, во-первых. Второе – придают энергию служащим, более добросовестно относиться к своим обязанностям. Заставляет, понуждает просто это делать. Это символ и гордость подразделения. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!